Привет, дружище. Ну что, усаживайся поудобнее, ставь свой большой жирный лайк. Не забудь что-нибудь покушать, наложить там пельмешек, чая, что-нибудь там. Ну, ты сам знаешь, как бы не мне тебя учить. Наконец-то я добрался до своего аккаунта, надо наращивать силу, куда уж там без силы. Это я не знаю, вот сейчас по факту, это один, знаешь, из таких интересов у меня в битве замков остается, это именно силушку так дропать, да, ну, не дропать, а наоборот, антидропать, растите, рост увеличивать, преображать аккаунт, я не знаю, ты, главное, лайк, ты, ёпта, не забудь поставить твою же дивизию, ну, и там комментарий что-нибудь напиши комментарий, я лайк, сердечко там поставлю, Мне, дружище, не впадло. Сегодня, наверное, будет стрим по PUBG. В любом случае. Во! Я знаю, как тебя забайтить на комментарии. Напиши в комментариях. Во-первых, по какой игре сегодня стрим провести? Ну, битва замков, камон, я думаю, что не получится, это раз. А во-вторых, напиши, какую игру взять на прохождение стримить. Можно The Last of Us 2 пройти, Assassin Valhalla. А, что там еще? Короче, дохера чего. Что-то там еще есть по-любому. А, вот. Так что можно. Вообще надо вообще посмотреть какую-то страшилку, что ли. Хочу страшилку, знаешь, пройти, елки-палки. Надо какую-нибудь хорошую, такую добротную страшилку, чтобы я по носу наложил. Сами знаете куда. Но не суть! Не суть! Долгое вступление видео прошло. Я знаю, что из-за Гранд, из-за GTA 5 RP многие такие, типа, в пизду князя. Я смотрю, уже и по БЗ видосы не набирают просмотров, ну и хуй с ним. Хуй с ним, ребята. Главное, что остаются те, кто остаются, вы красавчики. Ничего страшного, я никого не виню, я сам во всем виноват, сам убиваю свой канал, но, буду стараться, ёпта. Ничего, еще когда-нибудь отметим 1 000 000 подписчиков у меня. Может быть, не на этом канале, но отметим, ребята, отметим. Все у нас в этой жизни будет, окей. Ладно, что я вас сегодня здесь всех собрал? Дамы и господа, присаживайтесь поудобнее. Наконец-то, вот, смертельный номер, ёпта, у меня же появились, да, тут какие-то герои появились, вот, вообще, по факту, надо стрим по БЗ, потому что там, как бы, мелочевку надо всякую качать, короче, фанатик у меня появился, давай я, ёпта, его открою, вот он появляется, мы его прокачаем, сразу предупреждаю, я уже вообще не в зуб ногой, что это за герой, я про него забыл, я его чисто открываю, сейчас прокачиваю для коллекции, мне откровенно похеру, типа, если вы сюда пришли, такие, эй, узнаю-ка я, как прокачивать фанатика, и ты хер, вы не туда пришли, пацаны, короче, вы не туда пришли, я здесь собираю вас исключительно только для того, чтобы деградировать, дамы и господа. Просто деградация, понимаешь? Наш девиз слабоумие, отвага и деградация. Вот так вот. Потому не обольщайтесь, никакой полезной информации вы здесь сегодня не услышите. Потому что хватит. Я устал. Я, конечно, никогда не был информативным каналом. Но в целом иногда старался какую-то инфу донести. Потом я переключился, знаете, на высказывание своего никому нахер не нужного мнения по поводу происходящих вещей в игре. А сейчас складывается такое ощущение, что, блядь, я вам уже не раз это объяснял. Типа, эти советы нахер давать сейчас, блядь, героев как говна просто. Знаешь, как говна весной выходишь, снег растаял, блядь, дегенераты своих собак выгуливают на детских площадках. И потом это все в говне. Вот то же самое. Героев как говна, талантов как говна, всего как говна, и вариаций прокачек всевозможных, в зависимости от тех локаций, куда вы хотите применить своего героя, существует великое множество. И какие-либо я там вам советы сейчас не давал бы, блядь, это все будет откровеннейшей хуйней. Но в целом, да, у нас еще остался один информативный ютубер. Я хуй знает, это Андрюха Рылев, я уже говорю, я не знаю, под чем он, вот, что он нюхает. Это я ему говорил. Я не знаю, он еще снимает информативный видос, потому я видел, у него недавно выходил видос по поводу этого, как его, фанатика. Если вам интересно, да, он там писал применение, прокачка, вот это вот все. Там зайдите, обязательно посмотрите. Но здесь мы находимся исключительно для деградации. Вы просто слушаете мой беспонтовый пиздеж, непонятно на какую тему, в это время кушаете, и, надеюсь, мой голос вызывает у вас повышенный аппетит. Ну, а те, кто имеют лишние килограммов 15, да, как у меня,
Я надеюсь, что мой голос вызывает, наоборот, отвращение к еде, потому что «Да хули ты жрёшь-то, а? Сука, карантины, нихера не двигаемся, нихера не делаем, ты жрёшь сидишь, как я». Мне, понимаете, я сейчас вешу 110 килограмм, ну как бы окей, ну типа я ростом больше 2 метров, а нет, не больше 2 метров, я рост, у меня 194 сантиметра, короче, почти, я уже, все, деградация, я уже забыл, какой у меня рост, окей, у меня рост 1,94 м, в принципе, 110 килограмм вес еще нормальный, если бы я еще был качком, 110 килограмм это вообще хороший вес, но... В целом мне надо весить килограммов 90-95. И вот эти вот лишние, это 15 килограмм, они у меня находятся в животе. Там у меня, конечно, есть пресс, где-то под каким-то слоем жира. Да, я выдержу удар, ну, по крайней мере, своей жены, я уже проверял, меня били по животу, все нормально. Но, как бы, все равно этот вес лишний есть. И ты такой думаешь, блядь, надо, сука, встать на весы. Я потом думаешь, да ну нахуй, блядь, пиздец, нахера мне портит настроение. А вдруг я уже вешу не 110, а 115, а? Потому что что-то живот у меня стал больше выпирать. О, боже! Ладно, короче, я уже реально забыл, что из себя представляет фанатик. А у нас он представляет из себя рубиловка, сука, навык называется рубиловка, допустим. Фанатик это уже не эпик-герой, а? Пошел ты нахер, фанатик, сука, чмо ты. Ты мне нужен только для коллекции, понял, днище ты. Вот, это уже, это как бы не эпик-герой, потому как бы, да. А, окей, 10-е умение, наносит урон. Наносит урон в размере 920%. От атаки всем вражеским целям поблизости. Увеличивает скорость атаки этого героя на 105% и критический шанс на 44% в течение 10 секунд. Эти бафы нельзя убрать. Герой также каждую секунду восстанавливает 10% его здоровья в течение... Ай, в пизду. Короче, бля, я еще такой думал, сейчас я, бля, вспомню, что он из себя представляет, я вспомню его умение, короче, и возьму и прокачаю, да, там, исходя из его умения, без каких-то долгих рассуждений, взламывания матрицы, просчета всех 50 тысяч ситуаций, которые могут возникнуть в битве замков, я такой, ну, возьму просто подходящий талант, поставлю, ну, может быть, там хоть какая-то чуть-чуть информативность будет, но нет, знаешь, что мы сделаем, а, ты знаешь, что мы сделаем, мы сейчас берем просто, давай так, первый, ёпта, талант, который падает, я вам отвечаю. Даю свой кривой зуб, что первый талант, который здесь сейчас упадет, я его поставлю и прокачаю. Ну-ка, давай. Эпа. Ну, сука, да, стой, на паузу видео поставьте. Напишите ваше предположение, какой талант вообще будет. А? Давай. Все, я надеюсь, вы успели сделать, я надеюсь, вы успели написать. Лайк, блядь, поставь! И колокольчик не забудь, да, долбануть. И подпишись на телеграм-канал, от которого у меня все отписываются. Оп! Ярость небес, а? Ярость небес, ну, я думаю, что никто из вас не отгадал. Оп, ставим ярость небес. Блядь, ну, когда-то, вот вы шутите, если не ошибаюсь, ух ты, ёпта. Когда-то мы ярость небес, короче, ставили на черепа, что ли, еще на кого-то ставили, ну, типа, блядь, там, как бы на танка ставили, танка все долбят и в стан становится, да? Когда атакован, имеет шанс 45% на оглушение трех противников рядом на 2,5 секунды, кулдаун 3 секунды. Иди сюда! 40, ну, то есть почти каждый второй удар, да, вот, блядь, слушай, а вообще можно затестить? Чисто just for fun. Давай на халяву питомца. Так, просвет, ёптую, давай сейчас прокачаем. Можно ради интереса затестить. Не знаю, на каких-то... на какую-то печеньку напасть и... Потому что, понятное дело, если ты там нападешь на кого надо, да, на кого не надо нападать, да, это как бы... Фанатику-то пиздюлей сразу пропишут. Так, это мы тоже, наверное, откроем. А, ну, что-то там, блядь, нормально. Слушай, ну вот эту штуку удобную сделали. Понятное дело, если мы нападем на какого-то там крутого игрока, то у нас будут с вами определенные проблемы. Потому мы их хотим избежать. А, так, но мне просто хочется посмотреть, как часто герои будут станется. То есть, блядь, ну, я, конечно, молодец. Кто молодец? Сашка молодец. Давай. Так. Чё? А, маны у меня до хера, а то я еще хотел... Я еще, видишь, я хотел пожаловаться, типа, блю, маны нету. Типа, что делать? Так, это мы это открываем. Слушай, нормально!
Живем, давай, три просвета докачиваем, все хорошо. Эмблему какую-нибудь поставим. Да, слушай, ну, по идее, да, ему священный огонь нужен тогда. Ну, чтобы типа, он дольше стоял, дольше всех станил. Еще раз, да, я надеюсь, вы помните, ребята. Я в здравом уме, да, поставил ему первый попавшийся талант. И как бы, типа, не вздумайте повторять, скажем так, того, что я сейчас, друзья, сделал. Потому что я никогда не забуду ситуацию. Когда я вот, у меня Рина был, и я по приколу на стриме или на видосе везде говорил, и на стримах, и на видосах, что, типа, пацаны, я на Рина ставлю ракушку лезвия. Чисто поржать. Чисто по приколу, типа, поэкспериментировать, и вот это вот все, как мы любим, да? Вот, что вы думаете? Как же меня потом многие, я не знаю, блядь, полгода следующие меня херососили. Князь, я как ты поставил, ты говорил, надо ставить ракушку лезвия, я поставил. Вот, поставил, короче, эту ракушку лезвия, а там хуйня, ой, там Арина говно, князь, ты чмо. И спрашивается, кому ты объясняешь, кому ты рассказываешь, типа что? Типа, блядь, attention, Achtung, вот, Узмана его, внимание, ёпта. Типа, я ставлю. Чисто порофлить, чисто, блядь, там, поэкспериментировать, еще что-то. Но нет, блядь, найдутся люди, которые возьмут это, примут за, скажем так, за мой какой-либо совет, еще что-то, и пойдут счастливые, побегут, ставят, как бы, талант, который, ну, типа, кому он нахер не нужен. Окей, давай, чё, летим там, не останавливаемся, опа. 180-й, да, это у нас первая эволюция была, теперь идем благополучно на вторую эволюцию, камушки купили, все, книжечки получили, добавить опыт, вот, и, а давай, блядь, просто, сука, по-дорогому, ну, вот так вот, и давай, и вот, о, давай, и вот, блядь, просто супер прокачка, сначала, знаешь, типа, берешь книги золотые, да, ты теряешь на этом очки опыта, и потом в конце начинаешь, типа, простыми книгами прокачивать. Вот я вам показываю то, как делать. Ребят, не надо. Ну, в целом он, конечно, симпатичный, да? Теперь мы можем ему взять и прокачать просвет. Просто жмем автоматически. Слушай, а какой у меня сейчас просвет, ёпта, у допов вообще? У меня вроде 15-й, да? Но нет, кстати. Нет. Что, мне ему десятку делать? А, я ж там основу качал. Вон оно... Вон оно чё. А, Анубиса я не трогал. Короче, или 15 ему сразу делать. А чё у меня вообще по ресурсам-то, а? Ваши подарки, тут всякая херня. Ну, эту давай херню уже оставим на следующий видос. Чё, а сколько у меня там камней пламени? 16 тысяч, вообще хурабора. Хурабора. Так, фанатик. Где ты? Дегенератик. Фанатик-дегенератик, а? Фанатик-дегенератик в дегенеративном видео. Мне, кстати, еще один слот надо посмотреть, блин, какого героя мне не хватает, чтобы его здесь еще взять и выбить, а? Как вам такое? А, так, ну, тут можно сразу вот эту вот залупень прокачать. Да, и как бы и повторки нету, все, Саша, типа... А, Саша послал нахер. А, ну, давай ему, я не... Блин, ну, давай авто посмотрим. Блядь, десятку ему или пятнашку прокачать? Десятку ему или пятнашку? Ну, наверное, десятку. И сейчас мы можем кому-нибудь начать, типа, пытаться прокачать 35-й прорыв. Ой, ну да, 35-й прорыв. Секочку, к примеру. Сейчас посмотрим, насколько нас там хватит. Давай здесь десятку прокачаем, и потом секочку попробуем там прокачать дальше прорыв. Да, и у нас еще надо не забыть ему прокачать, поймать. Поймать, прокачать. Что же ему поймать-то прокачать? Снаряжение. Снаряжение, то есть созвездие. То есть непосредственно этот, как его, ёпта. Как это, ёпта, ему снаряжение. И непосредственно созвездие. Ну, типа, снаряжение, созвездие. Вот это я завис! Вот это я завис! Созвездие, ёпту, и чару, а? А вы что думали, да? Типа, все, князь пошел в перезагрузку, типа, блядь. Оперативка отлетела, биос переустанавливать надо. Нет, нормально, я еще в здравом уме.
И в здравой памяти, да, к сожалению, правда, снова я видосы выпускаю, добрался слишком поздно, вообще в первой половине дня хотел эти видео выпустить. Вот сейчас это видео будет, и потом еще, наверное, какой-нибудь роллинг выпущу, и, наверное, пойду, блядь, постримлю какой-нибудь папку, что ли. Вот, у нас что тут еще остается? Что у нас тут остается? Что у нас тут остается? Буквально еще два уровня прорыва прокачать, и тогда... нормально будет, тогда все будет замечательно. У нас уже 1 297 000 силы, да. Это вам не письки на заборе рисовать, ребятушки. Так, ну и все, у нас 10-й прорыв, и пока не дергаемся. Я сказал, не дергаемся! Так, окей, прорыв есть, давай ему там созвездие, шмездие. Ага, и смотри, он отсюда пропал, сучоныш. Спрятался от меня, да? Спрятался! Сволочь такая, спряталась от меня. Ну что ж ты, а, тварь? Тварюга-то, а, елки. Все, и, блядь, был фанатик и нет фанатика. Был пацан и нет пацана, как говорится. Где ты? Потом, знаешь, в комментариях, как обычно, прочитаю. Князь, ты несколько раз промотал. Я очень рад за вас, что вы такие внимательные. Но, как бы, могли бы и поделиться этой внимательностью со мной. Ничего у меня по скинам. По скинам нету, ну и слава богу. Потому что мне, в принципе, нравится этот, ну, эта стандартная херня. А, как она есть. Вот он, фанатик. Ну, так он выглядит прикольней. А? Ах, как вы думаете? Правда, он сидит, видишь, сидит, срет там, что-то высирает. Окей. Дальше. Снаряжение. Иди сюда. Улучшить. А, да, это здесь надо сначала улучшить. Улучшаем. Блядь, ну да, блядь, не знаю, догоним мы, не догоним, догоним, не догоним, так, улучшить, 300 тысяч сила, не, при желании это я могу догнать, мы там другую вещь прокачаем и прочее, мне вот просто интересно, за счет фанатика у меня это сделало получится, созвездие, так, созвездие, основная информация, поменять, карточку брать. Давай там первую... Да, давай тогда... Давай первая пятерка, которая упадет, то и поставлю. Блин, а видео-то уже, сука, долго какое-то получается. А все почему? О, давай, недомогание, смотри-ка. И даже не какое-то говно упало, а, блин, домогание. Созвездие, созвездие. Первые пятерки, какие падают, те и ставлю. А они, прикинь, не падают. Так, давай. Крит удар. Ну... Еще раз, ребят, я just for fun. А я как бы, смотри, вот так вот делаю. И 450. И вот так вот делаю. Здесь за 2000. Беру, использую карточку, которую, кстати, 186 штук. Атака выпадает, и все. И нормально. Нормально! Нормально, прокачали. Итого у нас... А, мы еще не закончили с прокачкой его. Мы еще не закончили. Смотри, что делаем. Где этот петух? Петушара, петушок, петушочечка. Так, 10-й прорыв, он 10-го прорыва. Блять, он что там? На, вот он даже перед ниндзиками. Ясно. А, смотри, теперь мы ему улучшаем умение. Судьба, прокачиваем судьбу. Так, открываем золото. Все, золото полное. Можно значки почета открыть. И дальше улучшаем. 15-е, так, 10-е, 20-е. Ага, снова золота не хватает. С золотом у нас проблем нету. Повторок у нас не хватает, зато есть камни судьбы. Идем дальше. Не останавливаемся. Так, у нас уже чуть больше 1000 остается до круглой, скажем так, силы. Еще две повторки без проблем. Иди сюда. Судьба, судьба, судьбинушка. Судьба, судьба, судьбинушка. Давай, давай, давай. Значки почета должны закончиться, наверное. Так, последние камни судьбы, окей. Не останавливаемся. Значки почета. А, все! Закончилось. У нас этих камней нету, да? Ну и было бы глупо на него эти камни тратить. Итого нам до, скажем так, 300 тысяч силы не хватает буквально 262 единицы силы. Но мы на этом не останавливаемся. Мы заходим сюда и чекаем секачи. Заходим и видишь, он у нас 30-го прорыва. Давай дальше. Опа, авто. И посмотрим, что у нас получится. Ёпта. Это он желтые книги использует. О, блин, по 100 этих камней донатных. По 100 донатных камней. Твою ж дивизию. П
По 500 камней пламени. Что ты будешь делать? Все, по факту я ему только 32-й прорыв смогу прокачать. На 33-й прорыв мне уже не хватит. Печаль, беда. Вот такая суета. Ну, как бы еще этих камней не хватает. Ну, ладно, тут нам и самих камней не хватит. Итого, слушай, ну, силу, конечно, сразу прибавилось. Это уже лям 300. То есть, буквально, вот, докачали прорыв. Какой 33-й сделали, там, хуяк, тысяча. Тысяча упала. Я думаю, что на этом все. Я вам пожелаю огромнейшую удачи. Не буду я видео делать дольше 20 минут. И мы уложились. Мы уложились, дамы и господа. Большое тебе спасибо, то, что ты смотрел до конца. Большое спасибо, что ты поставил лайк. Большое спасибо, если ты подписался на телеграм-канал. Проверил колокольчики, да, звенят, не звенят на моем канале. И, конечно, спасибо тем, кто оформляет спонсорские подписки до сих пор. Большое вам спасибо. Хоть и спонсоров стало меньше. Пока.